Ребят, всем привет, с вами снова Дукит и канал World of Games. И сегодня мы, вернее, сегодня расскажу, во-первых, о таком сервере, как Last или Cluster сервера, что они себе представляют. И как открыть инограммы на данных серверах, которые, допустим, у нас закрыты. То есть карты, инограммы, вернее, извиняюсь, других карт, ребят. Так, ну начнем с того, что сервера Cluster или Cluster, везде по-разному они пишутся. Смысл заключается их в том, что нам позволяет перемещаться между другими локациями или картами. То есть, если мы находимся на карте острова, мы можем перемещаться на этих серверах также с карт, ну, жить на карте остров, ну и тем самым можем перемещаться на карту Урганрог, карта Выжженная Земля и карта Аберасион или Аберейшн. Вот. И приручать живку какую-то, либо яйца привозить сюда, и так как мы живем на острове, выращивать их здесь. Но, ребят, хочу сказать сразу, чтобы открыть эти инограммы, вам нужно будет, во-первых, не только играть на сервере Cluster или Cluster, но еще и иметь эти дополнения, дабы мы туда могли перемещаться, то чтобы они были у вас в наличии. Ну что ж, ребят, давайте начнем. Смотрите, сейчас, допустим, я перехожу в инограмм. Я вижу, что некоторые вещи мы не можем открыть, потому что пишет, что изучается на именно на этом. Вот взять Aberration, да? Aberration изучается. Вот. Но могу сразу предупредить, что на множество серверов мы не можем. То есть некоторые есть серверы, редко очень, где мы можем открывать. А в основном есть сервера, те, где мы не сможем открывать. Вот они, видите, что мы изучаем только на этой карте. Вот. Что нам нужно сделать для того, чтобы открыть вот эти вот инограммы, которые у нас закрыты из другой карты? Нам нужно переместиться сначала, ребят, на ту карту. То есть сейчас мы с вами переместимся. Перед тем, как перемещаться, ребят, я в прошлом видео показывал, как нам перемещаться между серверами. Обязательно все надо вытащить из живки, потому что все это пропадет. Вот, ну тухляк пускай будет. Что мы, ну, видео есть, посмотрите, потому что у меня есть видео. Так, смотрите, мы загружаем сюда сначала существо свое. Да. И потом мы загружаемся сами на тот сервер, на котором нам надо и открыть инограмм. Открыть инограмм, дабы чтобы мы смогли крафтить эти вещи здесь, так как мы играем на острове. Так, путешествовать на другой сервер. Так как мы видим, у нас здесь есть, блин, это высветилось. Есть сервер. Какие у нас тут есть? Урганрог, Aberration и Центр. То есть у нас, ребят, есть три сервера, куда мы можем перемещаться. Ну, давайте я вам покажу на примере Aberration. Так, давайте, мы перемещаемся сюда, перейти с вывышем. Хочу сразу сказать, что Aberration, как она правильно звучит, по сути, это карта без летающих Дина. То есть там есть одно Дина, это называется Дрейк, на котором может перемещаться. Так что не везде можно перемещать с собой туда летающего Дина, потому что как бы это запрещено. Там, не знаю, некоторые говорят, что это считается читерством, что мы туда перемещаем. Ну, есть сервера, на которых, допустим, есть возможность туда переместить Дина. То есть, как мы узнаем, перемещается он или нет? Дело в том, что если админ сервера, ну, как бы настроил, то есть вы просто не сможете его выгрузить. Так, смотрите, мы с вами давайте вот здесь вот. Все, ребят, вот мы переместились. Теперь мы что делаем? Я сейчас вам покажу. Сначала посмотрим, сможем мы выгрузить Дину или нет. А потом... Так, хреноватенько, что мы... Короче, ладно, смысла не в этом. Теперь мы, ребят, открываем инограммы. Вот, допустим, да? Сейчас найдем. Вот, ребят, теперь мы можем открыть эти инограммы. Вот, видите, они у нас открываются. То есть для того, чтобы нам сделать какие-то вещи с этой карты, допустим, да, которые мы не можем сделать, мы сначала должны переместиться на этот сервер, вот, открыть эти вещи, после чего мы перемещаемся обратно на нашу карту, и они уже будут доступны нам, либо это верстак, либо вы будете это делать где-то в станке. Сейчас мы посмотрим. Стейки можем открывать или пока нет? Нет, стейки не можем открывать, так. Вот. Также мы, чтобы открыть выжженная земля, перемещаемся туда. Но здесь у нас нет выжженной земли на карте, ребят. Сейчас я посмотрю, где-то у нас еще были закрытые с вами, которые мы
не могли открыть. Но смысл вам, ребят, понятен, что все эти вещи открываются на той карте, то есть от того от той карты, которая. Так, это мы тоже не можем открыть. Да, пока не можем. Короче, ребят, чтобы вам открыть, вам надо сначала переместиться, чтобы открыть анаграмму, надо переместиться на ту карту. Допустим, анаграмму надо было открыть Собирейшену, собирайте он карты. Нам нужно, ну, мы переместились сюда, открыли анаграмму, возвращаемся. Я сейчас покажу, что они у нас есть, ну, если сейчас получится. То есть мы здесь открыли все, что нам надо, какие анаграммы, возвращаемся обратно там, где мы играем. И, короче, ребят, делаем. Также это касается всех дополнений. Центр. Что у нас еще? Карты. Выжженная земля и вот именно вот эта карта. Единственное, что вот здесь, ребята, здесь есть такая ситуация, что для того, чтобы вернуться обратно, нам либо надо подниматься на поверхность, а мы не сможем подняться на поверхность без костюма, который мы сейчас, ребята, открыли. Либо, ребят, нам нужно будет искать лучи. Тут лучи периодически появляются, через которые мы сможем, ребят, с вами переместиться. Сейчас мы будем искать этот луч. Вот, для того, чтобы мы смогли с вами переместиться. Сейчас я вам покажу, как, если мы найдем, то я вам покажу, как он выглядит. Вот. В принципе, вам, я думаю, понятен, да, смысл, как нам открывать анаграммы тех карт, допустим, которые у нас закрыты на нашем основном сервере, это остров. Вот, то есть вы переместились, открыли и перемещаемся обратно через, опять же, вот эти вот... Ух ты, нифига себе, красная какая. О, да ладно, это медведь, что ли? Медведь сдох. Перемещаемся опять через... обелиски, либо вот здесь лучи. Ну, я думаю, нам, может, повезет, и мы найдем луч. Так. Сейчас мы примерно посмотрим, где мы оказались. Будет как-то досадно, если... Так, а я понял, где мы примерно находимся. Так, лучи здесь... Нифига себе. Лучи здесь в основном больше всего появляются, вот если мы вот в этой локации... Ну, почему вначале лучше сюда перемещаться? Потому что здесь, можно так сказать, самая безобидная территория начинается. То есть дальше, ниже, в синих и в красных зонах, там уже посложнее, ребят, будет. Немножечко они покоцали нас. И вот, в основном, получается, лучи прессуются вот здесь. Но, по крайней мере, и на других серверах они вот здесь появлялись. Тем самым вам проще будет даже где-то на другой локации, допустим, здесь проще добывать жемчуг. Потому что он здесь, за ним не надо под воду плавать, он здесь прессуется в воде. Просто ныряем в воду. Даже не на большой глубине, также и на выжженной земле вы можете собирать со дна. И на больших глубинах. Теперь смысл в том, что надо найти луч нам, ребят. Чтобы переместиться отсюда обратно. Мне было, конечно, интересно узнать, сможем мы сюда Дина перетащить. Или... А, вот, я вижу, ребят, вот. Нам повезло. Мы видим луч. Сейчас я вам покажу, как мы отсюда сейчас бежим. Так, главное, чтобы вот этот чувак нас не почикал. Вот, ребятушки. Вот наш луч, с которым мы будем обратно перемещаться сейчас на нашу карту. То есть мы сейчас открыли, я вам покажу, что инограммы у нас открылись, и мы можем крафтить. Так, ребят, подходим. Открываем. А, выгружать мы не можем, видите, мы не можем выгружать. Ладно, путешествовать на другой сервер. То есть пока мы не... Сейчас, ребят. Так. Вот, мы идем обратно. Ребят, вот как, к сожалению, здесь вы Дина не можете на эту карту перемещать, как я и говорил, потому что, ну, как считается читерством, потому что здесь, по сути, летающих Дина нет.
Ну, суть не в этом. Сейчас я вам покажу, что мы открыли то, что нам нужно было, какие награммы были закрыты, касаясь модов именно карты Aberration, он как оно правильно называется. Вот. И сейчас я вам покажу, что мы сейчас прилетим домой и откроем и посмотрим, что мы теперь сможем крафтить с вами костюм, радиокостюм, то есть, ребят, радиокостюм. Есть плюс такой, что... Ладно, это позже мы. Так, сейчас мы с вами... Вот, мы обратно, ребят, на острове. Сейчас мы заберем нашего птера. Мы переместились. То есть сейчас я вам покажу, что инограмму мы открыли. Вот. Инограмма у нас открытая. Где она? Вот, ребят, видите, мы открыли. У нас она уже здесь есть, на этой карте. Сейчас мы переместимся обратно. Ну, слетаем домой, я вам покажу, что можем теперь крафтить ее здесь. То есть эти вещи крафтить можем здесь. Поэтому для того, что если у вас как бы есть... Вы играете на этом сервере и не знаете, как вам открыть инограммы, есть дополнение вот этих вот именно других карт, и вы не знаете, как открыть инограммы, то, ребят, вот наш птер... то знаете, что для того, чтобы вам открыть, вам сначала надо переместиться будет на карту, открыть на этой карте инограммы и потом переместиться обратно на ту карту, где вы играете. Также это касается и сёдела, и всё остального. Сейчас мы и слетаем, и я вам покажу, что... У нас одна сейчас... То, что, чтобы вы не думали, что как бы это... Я обманываю? Ну, это так... К слову, я вам покажу, что у нас сейчас она в станке появится, и мы сможем ее крафтить. В принципе, она нам здесь не нужна, но мы можем просто подготовиться, отправиться опять туда, на остров, но мы уже сможем за счет вот этих вот костюмов подниматься наверх, ребят. Подниматься наверх. Или наоборот спускаться вниз. Желтый луч как-то мне прям манит. Хочу его. Так, давайте посмотрим, что там есть. Ух ты. Отлично, мы штаны себе, ребят, нашли. Ладно, не будем задерживаться, полетели. Самое главное, я вам сейчас покажу, что мы открыли с вами. Без костюма, конечно, будет, ребят, сложновато, потому что, я говорю, вы не сможете. Основные обелиски, потому что на карте Aberration находятся на поверхности, а туда подняться, это надо, нужна будет вам мотыга, вот этот вот альпинистский крюк нужен будет вам, и костюм, потому что без костюма вы умрете. Вот. К сожалению, не могу я быстрее их. Думал, я сделаю ролик покороче по поводу, чтобы показать. Ну, к сожалению, не получилось. Был только один раз у меня сервер Vivo, где реально получилось переместить нам летающего Дина на сервер этой карты. Здесь, как видите, на этом сервере, даже здесь сервер это не русифицированный, в плане он не наш, и даже здесь мы не можем перемещать, потому что администрация сервера не, ну, видать, поставила там в настройках то, что мы не можем перемещать Дина, то есть мы не можем его выгрузить, то есть мы можем загрузить его, переместиться на карту, но выгрузить мы его не сможем, потому что, как бы, мы, так понимаю, можем только перемещаться на Дрейке туда, то есть Дрейк выгрузится, остальные все летающие Дина нет. Сейчас, ребят, мы перелетим. Уже скоро. Извиняюсь, что так далеко, но вот так вот далеко мы от этого обелиска. Может, проще было до синего лететь. Хотя, по моему мнению, что синего-красного разницы нет.
Еще как вариант мы можем делать, я не знаю, можем ставить телепорт, наверное, скорее всего, ставить телепорт, перемещаться через телепорт. Но единственное, я не пробовал перемещаться через телепорт на другие карты. То есть я знаю, что можно перемещаться на территории карты, а чтобы поставить телепорт здесь и один телепорт на другой карте, то бишь, когда мы заходим, загружаемся на другую карту, я не знаю, будет ли он работать или нет. Вот в чем дело. Сейчас мы уже близко, мы уже почти прилетели. Так, да, ребят, мы прилетели. Сейчас мы посадим его. Так, и что ж, давайте смотреть. Смотреть. Да что к тебе? Смотрите, сейчас мы зайдем даже вот в этот станок. А, здесь нет. Здесь мы не можем. Так. Так, ребят, вот видим, у нас, смотрите, у нас появилась, вот видите, здесь броня. То есть мы открыли, мы теперь вот эти вот вещи, энограммы, перчатки защитного костюма, все мы можем делать тут, ребят. То есть открыли мы вещи, они у нас появляются там, ну, автоматически появляются здесь. Вот, ребят, кому это помогло, кто, допустим, кто не знал про это, да, вот, надеюсь, вам это было полезно в плане, ну, полезная информация, не зря я сделал видеоролик, может быть, она не полезная, но все равно, вот, не забываем, ребят, подписываться на канал, ставить лайки, ребят, и если есть какие-то вопросы, можете писать, ну, под видео, оставлять свои комментарии, также можете писать, что по какому обзору, по какому вообще, по какой проблеме, может, или еще что-то сделать видео, я с удовольствием рассмотрю, и мы это сделаем. Ребят, всем пока, с вами был Дукит, канал World of Games, всем до новых встреч, ребят, всем добра, и я жду вас на своем канале, всем пока.